Супертройка из Барановичей в хорошем смысле слова удивила и покорила жюри на областном этапе республиканского конкурса лидеров Брестской пионерской организации. Октябрёнок, пионер и вожатый – эта триада устроила настоящий танцевальный супербаттл, несмотря на разницу в возрасте. Они уверены, что лидеры всегда находятся на одной волне с молодежью, умеют юморить, петь и достигать поставленных целей. Стала я педагогом-организатором, наверное, потому что это мое призвание, я так понимаю. Работаю я давно, уже более 25 лет. Была сначала вожатой, потом педагог-организатор, когда переименовали. И всегда понимаешь, что ты горишь этим делом. Чем больше деток к тебе приходит, тем ты веселее, тем ты моложе. Поэтому вот у меня дочь, она моя младшенькая, и она тоже, как и мама, старается быть впереди планеты всей. А это наш октябрёночек, очень активный, классный мальчишка. Он у нас самый лучший танцор. Борьба, рвение, настойчивость, организованность и труд – все это объединяет собравшихся уже в седьмой раз самых активных лидеров Белорусской пионерской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Лидерские качества с успехом совершенствуются, доказали и показали участники форума, а это ни много ни мало – 100 ребят из разных уголков Брещины. Быть лидером в союзе молодежи – это, конечно же, участвовать во всех наших проектах. Это у нас собрали сегодня дети и волонтеры, и представители студотрядовского движения, и наши члены МОП. Так что сегодня линейка наших активистов очень большая. Именно школьная молодежь должна состоять в разных общественных объединениях, так как она развивается всесторонне. На примере Союза молодежи это и трудовое воспитание, это воспитание духовных и лидерских качеств. Областной молодежный форум «Лидер нового поколения» включал содержательную, а самое главное – продуктивную программу. Интеллектуальный конкурс, тренинговые занятия по формированию имиджа лидера, командообразование, психологические тесты под руководством преподавателей Брестского государственного университета имени Пушкина. Сегодня мы встречаемся с этими самыми яркими тройками, с лидерами нашими. Притом, я хочу сказать, по заявкам уже многие приезжают к нам не первый раз. У нас есть участники, которые принимали участие в различных конкурсах. И пионер года, и лидер года, и супервожатый. Поэтому многие уже мне знакомы. Но особенностью есть у нас и семейные династии. Сегодня очень будет приятно наблюдать, наверное, за династией лидеров из города Столина, где мама педагог-организатор и октябрёнок и пионер – это ее дети. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Так считают ребята, у которых позади районный этап конкурса. Но сегодня на области они вновь покоряли вершину своим стремлением и волей к победе. Важно не останавливаться на достигнутом и с упорством работать над собой. Ведь современный активист должен обладать определенными лидерскими качествами. Уверенностью, убедительностью, добротой, таким качеством, как помочь, помощью, обладать добрым сердцем и иметь хорошие намерения. Я еще не совсем опытна в этом деле, поскольку недавно перешла с октябрёнка в пионеры, но в будущем я на все это ставлю большие планы. Достойная тройка лидеров представит Брестскую область на республиканском этапе, который состоится в столице нашей республики 18 мая, накануне Дня пионерской организации.